Так, собираем все, что видим. Так, он умер, офигеть, вот это да, столько очков, у меня никогда не было столько очков, посмотри, на X10, собираем просто все, что в данный момент передо мной лежит. Там дофигища очков, это точно первое место, я уверен, да, наконец. Фишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в WarMate. Не забывайте, тот, кто напишет больше всего комментариев, попадает в следующее видео. Надеюсь, вам нравится данная игра, и вы хотите видеть ее чаще. И, разумеется, для этого вам нужно просто поставить лайк и написать что-нибудь в комментариях, для того, чтобы я чаще выпускал видео по данной игре. Не забывайте добавлять меня в социальных сетях и вступать в мою группу ВКонтакте, ссылочки в описании. Пока что принимаю всех, так что поспеши. Ну что ж, ребят, будем ставить рекорды. И именно поэтому мы начинаем прямо сейчас. Погнали. Так, смотрите, собираем все, что здесь видим. В данный момент как раз-таки я все еще маленький. Я вообще не имею никаких возможностей для того, чтобы занять сейчас топ. У меня вообще ничего нету. Больших червей я тоже, по крайней мере, в ближайшие минуты еще не видел. Но будем искать их и, разумеется, стараться заработать как можно больше очков в этой игре. Так, забираем все вот эти вот конфеты, монеты, бусты. Обязательно, ребят, забираем бусты. Вот этот зеленый червяк, мне не нравится. Давайте-ка попробуем завалить его. Ну давай, иди сюда, давай сразимся. Один на один. Ты и я, вот это тоже. А это бот. Бота завалили, идем дальше. Искать следующие цели. Так, смотри-ка, зеленый. Опять ты. Опа, врезался. Не такой уж ты и сложный противник был. Так, меня хочется какой-то нуб убить. Эй, нуб, хватит! О, нифига себе, вы видели? Как я их завалил-то всех? Они просто не ожидали такого резкого маневра. Видишь, кто-то даже не ожидал, что вообще я буду так сопротивляться-то сильно. Ну, собираем все очки, ребят. Это у нас огромный буст. Потому что вы видели, сколько там чуваков погибло. Помимо того, что погибло два червя, потом за ним еще пару червей погибло, которые пытались собрать те очки. Так что у нас, в принципе, все карты в рукаве. Так, я никого не вижу почему-то. Бустов у меня почему-то тоже нету. Будем, ребят, стараться буститься, а именно собирать иксы. Х2, Х5 и Х10, чтобы умножать наши очки. Так, этого говнюка мы захватили. Хорошо. Это бот, я думаю. Так что, в принципе, ничего страшного в нем нету. Хотя, может быть, и не бот. Так, смотри, врезаются все в меня. Отлично. Плюс очки, в любом случае, мне это приятно. Потому что собираем. Смотри, здоровый, здоровый, здоровый. Эй, братан, остановись. Дай-ка я с тобой пободаюсь-то, а? Один на один. Блин, у меня буста нету, видите, у меня скорость закончилась. К сожалению, нет ускорения, поэтому давайте искать другие бусты. Вот, вижу засранца. А ну-ка, он хочет сражения? Это было слишком просто, чувак. Ну ты чё? Ты сначала думай, куда ты направляешься, а потом ускоряйся. Опа-на. Смотри-ка, сколько очков оставили. Вот сейчас бы мне, кстати, пригодились бы множители. Опа-на. Здоровый тоже какой-то. Ну не, это очки мои, чувак. Ты не заберешь их. Это все мне принадлежит. Я специально для себя приберегал все это. Смотри, малявки всякие ползают, мешают. То есть из... можно случайно в них врезаться, если не заметишь. Вот. Нифига себе мелких сколько. Блин, там этот врезался, но я уже не заберу те очки. Опа-на. Офигеть. Ну просто было опасно вправо поворачивать, потому что вы видите, вот этот зеленый, он прям ждет, пока я туда поверну, и он меня там зацапает, захапает. Так, хорошо. В принципе, здесь есть большие черви, значит, мы с вами идеально должны себя чувствовать. Офигеть! Это сколько здесь добра-то, а? Все мне, спасибо. Спасибо, что приберегли. Так, ну чё? Больше ничего нету. Ну давайте вернемся, там были еще очки. Я вот правда не знаю, там что собрали. Офигеть! Видели мелкий, как помешал этому здоровому проехать? И тот чувак просто потерял ориентацию и врезался сразу в следующего червя, который стоял перед ним. Ну не повезло, бывает. Вообще жесть. Так, вот этот чувак что-то задумал. Он хочет тоже, видите, также ищет очки, также ищет моменты, чтобы кого-нибудь подрезать, да слопать. Так что надо быть максимально сконцентрированным. Ой-ой-ой-ой-ой! Сколько же вас? Главное, все повернули в нужную сторону, и никто ни в кого не врезался. Ну окей, надеюсь, то, что рано или поздно у нас сейчас получится в кого-нибудь подрезать, с кем-нибудь сразиться и выиграть, и, разумеется, съесть все его очки. Так, смотри-ка.
Вот, смотри, они одного и того же цвета, даже непонятно. Ой-ой-ой, сражаемся. Но я все-таки, видите, боюсь пока что подрезать на 100%. То есть, видите, осторожно действую. То есть, если вижу то, что есть возможность умереть, то я сразу же разворачиваюсь и сваливаю отсюда. Way. Let me take your breath away. Let me show you how to play the game. I know you wanna stay. Hey, hey, hey. Let's run around after dark. Talk about life, what generates the spark. Talk about bullshit, all nonsense. Switching up all our topics. You want the key? Well, I got it. It's almost like it's a prophet. We're meant to be this. I promise. I don't know if I can stop this. Так, смотри-ка, вот! Вот он, мой соперник. Так, мы едем на одной, получается, скорости. Да, я его подрезал. Видишь, у меня ускорение было, у него тоже было ускорение. Но прикол в том, что я изначально был дальше, чем он. И он этого не почувствовал. Подумал то, что здесь подрезать просто невозможно. Но было довольно-таки просто. Но, блин, на самом деле на его месте я бы расстроился. Потому что я бы тоже, если бы так ехал, возможно бы не увидел то, что меня этот чувак обгоняет. Ну, то есть... Здесь наоборот получилось. Все хорошо, у нас есть очки, мы тут потихоньку, ребят, с вами растем, потихоньку с вами ищем нормальное количество очков, где можно поднять, и, разумеется, стараемся их заработать, то есть уничтожив других червей. Смотри-ка, о-о-о, подрезали! Нифига себе он залез куда! Чувак, это мое место, ты не видишь, что ли, два больших червя здесь катаются? Нет, надо, блин, залезть. Так, вот этого мелочи я не буду забирать, давайте сначала соберем то, что вот от большого червя досталось. Там, потому что мелочь, там всего ничего очков. А вот здесь, ребята, это можно, ребят, подняться до топа, благодаря вот этим-то очкам, да? Надеюсь, то, что мы с вами поднимемся сегодня на первое место. О-о-о, офигеть, ты видел? Мелкий просто взял, подрезал этого здоровяка. Нифига себе. Так, ну надо забирать эти очки, видишь, мешает мне вот этот красный. Так, раз, все собирается с двух сторон. Офигеть. Никто не забирает, главное, все спокойно оставили мне эти очки. Блин, этот чувак тоже врезался, надо быстрее забирать. Не справился с управлением. В занос ушел конкретный. О, вон еще засранец, а ну-ка попробуем его подрезать. У меня есть ускорение, ребята. И его используем. Хоп, разворачиваемся. Он врезался. В любом случае, это просто потрясающе. Но видите, очков нам не достанется, потому что это, оказывается, тот самый красный червяк, который был слева. Это его есть, его тело. Это, видите, только что вырос этот чувачок. Только что, видимо, кто-то погиб. И он собрал с него очков и мгновенно увеличился в размерах до того размера, который в данный момент нахожусь я. Здесь мне нравится в Вармейту то, что есть разные размеры. От маленьких, супер малюсеньких до супер гигантских червяков. Это офигительно просто. Это самое классное. Видите, я уже сделал большой круг. Так, будем стараться сейчас этот круг держать. Но это не назвать кругом, но в любом случае какая-то область у меня безопасная есть. Я сейчас буду крутиться вокруг этой области. Смотри-ка, червячок решил меня убить, но тем самым запутался и сам, видите, погубил сам себя. Запутался в моих стенах, стенах моего червя гигантских. Окей, преследуем пока что этого чувачка. За хвостом его будем... ехать, ползти. И в любом случае есть возможность то, что он рано или поздно где-нибудь проиграет, и мы сразу соберем все очки. Так, я даже не знаю, опасно туда немножко ехать. Ну ладно, пока что останемся здесь, будем собирать очки. Так, смотри-ка, викинг! Нифига себе, решил меня подрезать опять. Вот сколько уже было таких же чувачков, как ты, и никто не справился. С чего ты взял, что у тебя получится? Ну ладно, получится, я вижу. Я вижу, у меня нет ускорения, чувак.
Ты все продумал, молодец, молодец. Так, ну здесь видишь, даже несколько таких червей. Будем стараться, ребят, мансить, кайтить, будем стараться как-то уворачиваться. Смотри, маляв какой-то плавает здесь. Он, наверное, полностью сейчас влежится. Я чувствую. Так, и, разумеется, собираем бусты. Есть здесь большие черви, но... А, вот, кстати, малявка и погиб сверху. Отлично, собираем с него все очки. Видишь, два больших червя и, в принципе, оба, так же, как и я, действуют по одной и той же схеме. Стараются крутиться в какой-то области, собирая эту область для себя, да? То есть это все, вся эта область будет принадлежать только одному червю. И, разумеется, стараться вытеснить, либо подрезать других червей, которые находятся рядом. Разумеется, у нас здесь трое таких. Я думаю, что за пределами вот этой зоны есть еще. Вот смотри, сколько очков. Просто собирай, не хочу. В любом случае, мы в безопасной зоне. Ничего страшного не должно здесь произойти. Поэтому осталось только бусты собирать. У меня сейчас 2х и 5х. Это просто потрясно. Так, смотри-ка. Викинг. Это не викинг, это, ребят, какой-то гладиатор уже. Викинга, видимо, мы уже потеряли и никогда не найдем. Ну ладно, будем здесь плавать вокруг него. Давайте попробуем, может, окутать. Заодно, видите, бусты поднимем. Посмотрим, на что это вообще способно. Вот эта моя тактика. Может быть, она действительно приведет меня к победе. Так. Нет, туда я не поплыву. Хорошо. Во, блин, нифига себе. Очков там сколько много. От кого, интерес, досталось? Чувачок, иди отсюда, иди. О, гаденыш, забрал все. Смотри, конкурент на мои очки. Нет, чувак, я сам заберу. У него тоже, видишь, ускорялка есть, но в любом случае я уже его опережаю. И все очки будут моими. Все очки я заберу. Так, ну у меня 10х взят, и 2х, и 5х. Офигеть, ты посмотри, а. Сейчас я стану самым большим червем на Диком Западе. Короче, ребята, я буду новым шерифом. И здесь меня уже никто не погубит, не сможет победить. Так, хорошо. Здесь малявки тоже, которые собирают, тоже немножко уходят. Их, видишь, побеждают. Они случайным образом в кого-то врезаются. Это хорошо, потому что это минус конкуренции. Минус конкуренции. У меня, ребят, дофигища очков. Я уже в топе. Я уже на 4-м месте, если вы успели заметить. Так, и хорошо, давайте собирать бусты, будем стараться именно по такой же тактике. Офигеть, сверху, чувачок. А ну-ка, собираем все, 10х, 5х и 2х у меня взято. Офигенно. Ты посмотри, сколько очков. Просто невероятное количество. Я такого количества никогда еще не видел, если честно. Блин, ну это мировой рекорд, по-моему, да? Или даже больше. Больше, чем мировой. Вселенский рекорд. Нет, на самом деле, ребята, там, по крайней мере, если не рекорд мировой, то уж точно мой личный. Ты посмотри, сколько очков я набрал. Там, офигеть, просто. Как так можно вообще было набрать? Такое количество. Я такого количества и не видел вообще, ребят, в онлайне. Офигеть. Ну, это вообще супер рекорд. Я такого еще даже не видел. Ну ладно, будем стараться, ребят, выживать. В любом случае, я самый большой червь на сервере, и меня никто не может пока что погубить. Почему? Потому что у меня есть своя личная зона комфорта, из которой я, разумеется, выходить пока что не собираюсь. Видишь, здесь червяков я всех вижу, всех на ладони. У меня увеличение радиуса еще включено. Оно мне вроде бы уже не помогает. Ну, помогает, но не так сильно. То есть оно уже не влияет, потому что я и так почти максимального размера. Или вроде бы даже максимального, потому что такого количества очков я еще, ребят, не зарабатывал. Это впервые вместе с вами на ваших экранах происходит. Так, хорошо. Пока что крутимся. В любом случае, о, посмотри. Ну, посмотри, ну разве это не прекрасно, не потрясно? Волшебно и классно. Ну, это вообще супер. Столько много очков. Такого я еще не видел. Мне бы еще, конечно, сейчас 10х и 5х опять взять и все эти очки собрать. Ребят, там просто миллиарды бы было очков. Я бы сейчас просто был супер-супер-дупер. Я уже рад тому, что произошло, но может быть получится и больше. Может быть получится собрать гораздо больше очков, чем у нас сейчас есть. Магнитик подобрали. Вижу ускорялку, тоже забираю сразу. Видишь, сколько здесь очков, офигеть. И там, и тут, везде. Везде эти чуваки погибают. Везде червяки оставляют свои очки. Офигеть. Просто, на самом деле, я в
шоке от того, что сейчас происходит, потому что это впервые у меня происходит, ребят. Надеюсь, вы поддержите меня лайком и напишите что-нибудь в комментариях, потому что это лучшая, возможно, серия по Вармейтову на моем канале. Так что обязательно жду от вас какой-то поддержки на моем канале. И чем больше поддержки, тем больше видео по Вармейтову, не забывайте про это. Так, смотри-ка. Засранцы, а, засранцы? Не, я вам не дам это все съесть, это все мое. Миш, малявки всякие кружат. Кстати, дофига червей маленьких появляются внутри меня. То есть изначально они появляются уже внутри меня. То есть я настолько огромен стал, что они даже не понимают то, что они находятся на самом-то деле внутри моего кольца. Блин, я уже устал выживать, столько кручусь, столько верчусь. Смотри, и малявки всякие врезаются, тоже мешает мне немножко существовать. Так, ладно, я немножко боюсь, давай-ка попробуем здесь проехать, ну. Чё за фигня? Как я мог умереть? Ребята, огромное количество очков набрали, просто огромнейшее. Надеюсь, вам понравилось, если да, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, не забываем подписываться в паблик ВКонтакте, ссылка есть в описании и в шапке канала. Про все это не забывайте, потому что благодаря вам только и выходит видео по этой игре. Спасибо всем за просмотр, с вами был Лекс, и всем добра!